13.07 в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает Константин Кропанев, исполнительный директор компании «Ажа Финанс» и активист, член рабочей группы «Киров меняется» городской администрации нашего города. Добрый день. Да, добрый день всем. И поэтому у нас разные как раз темы будут. Часть из них будет касаться экономических и финансовых вопросов, а часть вот как раз вопросов благоустройства и активистской деятельности в городе. 26 июля опубликовано распоряжение администрации Кирова, которое учреждает должность внештатного советника главы городской администрации. Предполагается, что специалисты из разных сфер должны будут выполнять определенные поручения главы администрации по наиболее важным вопросам деятельности муниципалитета, готовить аналитические материалы. Также, между прочим, закреплено требование ежегодно предоставлять Шульгину отчет о проделанной работе. Так, еще раз. Илья Вячеславович Шульгин реализует новую такую стратегию. Он создает институт советников, которые будут по стратегическим вопросам вести некую деятельность при муниципалитете на общественных началах, я так понимаю, без денег. Это хорошая новость или так, Серега, что ты скажешь? Я думаю, что, наверное, пока рано давать какие-то оценочные суждения, потому что можно как из хорошей идеи, условно, ее угробить, так и из непонятной идеи, возможно, что-то это реализуется. Тем более, насколько, опять же, я знаю, что определенный институт советников существовал, и, наверное, до сих пор существует и при губернаторе Кировской области. А при чем тут губернатор? Ну, я имел в виду, я хотел привести некую аналогию, что мы просто не знаем эффективность этих советников и не можем как бы оценить, там, насколько были правильные, там, даны какие-то рекомендации губернатору по каким, так скажем, либо вопросам. То же самое может быть произойти и здесь. Конечно, слово «советник» подразумевает какую-то, ну, дополнительную экспертность, значимость. И, соответственно, такие люди нужны, то есть такие люди нужны, конечно, со стороны, но, опять же, то, что это делается на безвозмездной основе, не налагает никакой, по большому счету, ответственности на этих советников, и, соответственно, если они что-то могут делать, могут это завтра не делать, сложно сказать. Я думаю, что пусть он будет, этот институт советника, возможно, там действительно есть определенная проблема на сегодняшний день в рамках коммуникации вот, общественных движений и ну, условно говоря, чиновников да, ну, вот, нашей городской мэрии. То есть мы видим, что чиновники так либо иначе живут какой-то своей, так скажем, закрытой жизнью, они занимаются краткосрочными задачами, то есть, ну, там, отремонтировать трубу, прибрать там дорогу, там еще что-то. Текучка, абсолютно текучка, и, соответственно, они мыслят в рамках там, условно говоря, там, ну, конкретного там бюджета, там, краткосрочного бюджета и дня, потому что завтра опять что-нибудь выпадет снег, либо еще произойдет какое-то там, не знаю, там затопит что-то, и надо будет решать такую, ну, такую насущные проблемы. Но нужен какой-то, так скажем, отстраненный, более такой концептуальный взгляд на развитие города, на развитие территории. И для этого нужно как раз привлекать людей, во-первых, с определенными компетенциями, и, во-вторых, тех людей, которые, ну, готовы что-то там сами делать, проявлять какую-то собственную инициативу. Существенная деталь, которая была озвучена, это, вот, собственно говоря, та преференция, которая наделяет Шульгин людей, которые станут советниками, это возможность запрашивать информацию, в том числе и с грифом ДСП. Что такое ДСП, ты знаешь? Для служебного пользования. Вот. У любых, уже знаешь, у любых подконтрольных кировской мэрии структур. То есть получается, что эти люди, эти советники, они смогут получать абсолютно все документы для того, чтобы там проверять данные, сверять цифры, может быть, анализировать решения конкретных чиновников. Может быть, ли речь идет о дополнительных контрольных функциях? Ведь процесс, который начал Шульгин, когда пришел по проверке МОПов, ты помнишь, да, очень активных, приводит к тому, что вскрывается очень плачевная ситуация в МОПах. По использованию денежных. Да, я согласен. Я думаю, что дополнительный контроль, особенно со стороны каких-то независимых, так скажем, общественников, он пойдет только на пользу. Потому что я так понимаю, что есть определенные там общественники, которые занимаются контролем там расхода средств на ЖКХ, на управляющую компанию. Вот как у нас в рабочих группах общественной палаты эксперты. Да, да, получается. Но им не хватает где-то какой-то информации, они не могут что-то получить. А я думаю, что попроверять и поискать, где что не так, и
вполне возможно и даже нужно. Возможно, поскольку я помню эту ситуацию, вот когда мы общались по центру компетенции, который Минстрой создает по всей России, который там Татарстан создал, Ростов-на-Дону. Вот мы с Ростовом-на-Дону с таким центром говорили экспертным, когда им грозил чемпионат мира, тогда губернатор сам решил, что огромные деньги, которые поступят на строительство инфраструктуры, необходимо контролировать жестче, и эффективность проектов, которые ему предоставляют традиционным способом, да, соответствующие проектные институты, строительные компании и так далее, надо перепроверять с точки зрения новых подходов. И вот мы связывались с этим центром компетенции, директор говорил, что очень много денег, с одной стороны, удалось сэкономить, но не благодаря там аукционам и падению цены, а благодаря тому, что наоборот, тех задания, техническая документация были выверены, продуманы, и новые технологии позволяли экономичнее и одновременно эффективнее расходовать эти деньги. И нам сказали тогда, что ни один благоустроительный проект, ни одно строительство в Ростовской области теперь мимо этого центра и мимо губернатора, соответственно, ну, я считаю, не проходит. Это, да, это деньги, большие федеральные деньги, в преддверии их поступления принимались такие решения. То же самое же было в Казани. Ряд больших мероприятий, под которые Татарстан получил гигантские деньги, да, и вот они собрали лучших специалистов. У нас тут, между прочим, юбилей города в 24-м году является. Может, да, ожидаем каких-нибудь траншей? Я согласен, что действительно помимо какого-то института советников нужен какой-то другой работающий орган, где уже должны привлекаться специалисты на платной основе, действительно какие-то эксперты, которые помогут подготовиться городу к такому большому юбилею. Тем более, по всей видимости, все же под этот юбилей федерация выделит определенные деньги городу Кирову. Сейчас пока речь идет о... Что дает нам основание так думать? Ну, во-первых, это такая стандартная практика, что перед большими юбилеями в городах, то есть деньги выделяются, то есть это мы помним на истории там с Ярославлем, но опять же на истории там с Казанью. Когда у нас была такая попытка еще при Никите Юрьевиче, когда мы подавали документы, и нам все порезали в 2014 году. Ну, тут видите, помимо, так скажем, помимо практики, тут все еще зависит от общей, так скажем, экономической ситуации. То есть пока, если мы все же будем планировать, что цены на нефть не упадут до 2024 года, вполне можно надеяться, что федерация все же выделит нам сумму там сопоставимую, там, условно говоря, порядка со 100 миллиардами рублей там, ну, на протяжении, условно говоря, там, 6 лет. То есть часть денег, я так понимаю, пойдут на решение там таких крупных проектов, это, допустим, создание там ливневки, достройки водовода, опять же, путепровода, возможно, там этот объезд вокруг Кирова, там, по крайней мере, начнут строить. Все крупные проекты инфраструктурные, зависшие, да? Да. И, соответственно, я думаю, что часть денег все равно пойдет так либо иначе на благоустройство города. И самое главное, чтобы эти деньги расходовались правильно, эффективно, и чтобы нам было, так скажем, не стыдно потом за эти потраченные деньги, как это произошло на примере Кучеровского парка. Угу. Не просто не стыдно, прямо горько. Такое ощущение, что зарыли эти деньги в землю. Ну ладно. Еще у нас остается минутка до перерыва, давайте на этой же теме останемся. Что касается формирования института советников, то некоторые коллеги наши в СМИ говорят о том, что они подозревают, что Шульгин, значит, ага, возможно, это я цитирую «Навигатор», благодаря введению статуса советника, глава Кировской администрации хочет наладить взаимодействие между близкими к нему городскими активистами и муниципальными чиновниками. Вот указывается некую близость некоторых активистов, и вот именно их хотят наделять такими функциями. При этом приводятся активисты из проекта «Киров меняется». Я специально тебя сегодня представила активистом такого проекта. Тебе уже поступало предложение стать советником? Никаких предложений на эту тему не поступало. А как ты относишься к такому предположению коллег-журналистов? Возможно, я пока к этому отношусь абсолютно нейтрально, потому что действительно, вот, участвуя в этом проекте, не хватает определенных коммуникаций, не хватает определенных полномочий, потому что, допустим, я в том числе, я как бы готовлю какие-то некие документы, которые мне нужно согласовывать там как с Министерством экологии, так и с различными департаментами городской администрации. Они просто-напросто там теряются или ходят
например, из одного кабинета в кабинет месяцами. То есть там нет какого-то одного окна, куда бы я мог, допустим, прийти. И вот из единого человека, с которым я могу какие-то конкретные вопросы, там, допустим, по проектам, малых рек, там, обсуждать, либо еще что-то. И поэтому, ну, действительно, мне нужны полномочия, потому что вот 2 года мы этим с тобой, Светлана, проектом занимаемся. И как показывает практика вот первого года, вроде бы тоже все пошло бодренько, веселенько. То есть были какие-то встречи, относительно регулярные. А потом просто на каком-то этапе городская власть решила обойтись абсолютно без общественников и вопросы решить, ну, каким-то образом там самостоятельно, кулуарно. Это было еще до Шульгина. Сейчас есть некая попытка вот со стороны Шульгина все же выстроить взаимоотношения, как бы, ну, по крайней мере, с общественниками, с активистами. Говорить, что мы какие-то избранные, тут я думаю, что тоже совершенно неправильно. То есть мы абсолютно открыты, там, если у вас какие-то есть идеи, проекты, то есть мы готовы встречаться с вами, там, обсуждать, то есть там, пытаться вам организовать какие-то встречи, в том числе там, и с представителями город-администрации. Это ты сейчас к кому обращаешься? Я обращаюсь к слушателям, так сказать. А, вот, к слушателям. Все правильно. Прервемся сейчас на полминуты. Напоминаю, что у нас в студии Константин Крупанев, городской активист, член рабочей группы «Киров меняется», а также исполнительный директор компании «АЖО Финансы», «Финансы после перерыва». Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает исполнительный директор компании «АЖО Финанс» и городской активист, напоминаю, Константин Крупанев, который сейчас у нас в гостях, занимается малыми реками Кирова. Цель проекта – превращение малых рек в рекреационные зоны, ленточные парки, их очистка и, в общем, чтобы легкие Кирова задышали. Ну вот, я обещала по финансам поговорить, но все-таки еще останусь на урбанистической теме, на теме благоустройства, потому что, как я слышала, вот эта сумма, которую ты сейчас озвучил до перерыва, 100 миллиардов рублей, возможно, ожидается к поступлению к юбилею города, для того, чтобы город преобразовался, эта сумма была озвучена на рабочей группе по подготовке урбанистического форума. Ну, я тоже слышала это со слов активистов, потому что сама была в отъезде в Москве, поэтому не могу утверждать. У Ильи Вячеславовича я это лично не спрашивала. Ты там тоже был, ты эту сумму слышал? Да, я там был. Я так понимаю, что это все же переговорный процесс, то есть какие-то деньги будут явно выделены, а то количество денег, которое получит город к будущему юбилею, в первую очередь зависит как от лоббистских возможностей господина Васильева, так и, к сожалению, от цены на нефть. Потому что так либо иначе она определяет наполняемость бюджета там, Российской Федерации. Ну, процесс, я так понимаю, переговорный идет. И, возможно, уже даже к чему-то пришел. Потому что, когда Илья Вячеславович приходил в программу «Урбан» и говорил про ливневку, что 2 миллиарда на ливневку, и мы вопросы, откуда деньги, вот, может быть, как раз оттуда. И понятно, что к юбилею города за год не подготовится. То есть этот процесс должен длиться как минимум, ну, дольше, чем осталось времени. Осталось-то всего 5,5 лет. Да? Побольше немножко. Да, но в 24-м году у нас будет юбилей, 650-летие. Если в 2019 году деньги поступят, то как раз 5 лет останется до юбилея. Ну вот сейчас уже так получается. Ну хорошо. Что касается урбанистического форума и просветительских программ в этой сфере, то вот в эту же пятницу надо обязательно это сказать всем, кто хочет лучше разбираться в современных трендах в урбанистике, в городском устройстве. Илья Шульгин, губернатор, как раз совместно с опорным вузом возможность такую предоставляют. Они снова приглашают на лекцию в политехническом. Тема будет «Комфортная городская среда как средство развития экономики города». То есть, условно, как бизнес помогает развиваться комфортной городской среде. И как сама среда потом бизнес развивает. Там будут кейсы разных городов. И я знаю, что архитектор этот, он даже больше инженер-планировщик, Юрий Александрович Перелыгин, напоминаю, Ленгипрогор. Кому интересно, зайдите, посмотрите, чем институт занимается. Он приедет на день раньше, то есть не в пятницу, а в четверг, и тоже пройдет по некоторым объектам в Кирове. И в пятницу, когда состоится эта лекция в политехническом, ее планируют провести с 4 до 6 часов, надо будет на сайте политехнического следить, но и мы, наверное, с тобой в фейсбуках напишем свои. Посетим обязательно. И наши сайты тоже напишут, наши СМИ, «Эхо Кирова». Пройдет по некоторым объектам, и интересно будет задать вопросы именно о том, а как с точки зрения привлечения финансов, там вот самого бизнеса, эти объекты могли бы преображаться. Как ты думаешь, придет ли большое количество бизнесменов на такую лекцию? Я думаю, что бизнесменов там будет действительно совсем немного. Но опять же, хотелось бы сказать, что
У нас, когда говорят слово бизнес, особенно говорят, когда крупный бизнес, в первую очередь там вспоминают там Сбербанк, РЖД, там Авитек, такие крупные предприятия. Но по большому счету вот, все эти предприятия, это не бизнес, это, по-моему, некий сервис, который обслуживает интересы другого бизнеса. А другой бизнес это уже как раз какие-то мелкие кафешки, условно говоря, люди, которые готовы что-то там производить, ну, какой-то конечный продукт. И это та группа молодого населения, которая, допустим, работает удаленно. То есть мы про этих людей на текущий момент совершенно как бы забываем, что в Кирове там есть там несколько там, ну, тысяч человек, которые, живя на территории Кировской области, работают, допустим, программы пишут для каких-то IT-гигантов. Mm-hmm. То есть и этим людям не принципиально, по большому счету, уже где жить. Они живут там, где им комфортно. И самое-то главное, чтобы вот они создать такие условия, чтобы вот эта молодежь, она осталась в Кирове. Потому что вся парадигма там бизнеса, она меняется. Если раньше там самое главное это было там какие-то ресурсы, это, допустим, полезные ископаемые, там земля, еще что-то, то сейчас самый главный ресурс это мозги. То есть это те мозги, которые могут создавать какой-то, ну, дорогостоящий конечный продукт. И вот надо, чтобы эти мозги остались на территории города Кирова и, соответственно, создать какие-то вот такие условия, чтобы им тут было комфортно жить. Mm-hmm. Потому что, опять же, вот какие-то крупные предприятия, к примеру, это Авитек, он создает, мы, может быть, не ощущаем, но он создает очень большие риски для Кирова на какой-то долгосрочной перспективе. Потому что в любой момент, ну и как... Военные заказы закончатся. Да, то есть военные заказы закончатся, и тогда пол города Кирова, они просто останутся без работы. Ну, при этом, кстати говоря, это ведь не секрет никакой. Сами эти машиностроительные предприятия, которые сидят на оборонзаказе, об этом в открытую здесь в нашем эфире говорили. Никогда не знаешь, как долго еще прольется этот... Ну, пока госзаказ как бы есть, но самое противное, что, ну, не, может быть, некрасивое слово, что они заточены под выпуск именно оборонной продукции, и не надо надеяться, что они смогут переориентироваться под гражданскую продукцию. То есть это совершенно как бы рыночные условия, совершенно другие условия, совершенно другой бизнес. Мы пока в области нашей прецедентов мощной конверсии не видели. Да, мы таких прецедентов не видели. И опять же возвращаюсь, что нужно создавать именно комфортные условия для молодых, для, так скажем, продвинутых и для, ну, мобильных, так скажем, граждан, которые теоретически могут от нас уезжать. Они это и делают, они это и в огромном делают количестве. И они будут это делать, потому что примеры прекрасного развития городов, они уже здесь, буквально в 400 километрах. Да, то есть мы, это ближе даже. Мы очень сильно отстаем по развитию от других городов, и с каждым годом эта разница становится все заметнее. У нас получается, что у нас в Кирове, допустим, нету каких-то точек, центров притяжения. То есть у нас на 500 тысяч человек, условно говоря, 5 летних кафе. То есть в такую погоду, ну, просто-напросто, ну, некуда выйти, негде послушать музыку. А, между прочим, департамент малого и среднего бизнеса в Кирове в этом году не подсуетился сам, какие-то не успели подать кафе как раз на летние площадки, заявки, и они просто сами вообще не беспокоятся о том, чтобы город выглядел по-другому с точки зрения бизнеса этих же летних кафе летом. Но вот тут вот движение, о котором мы говорили, там бизнес не открывает, но с другой стороны и сам департамент, вот, на мой взгляд, работает крайне неэффективно. Я согласен, то есть это проблема в первую очередь департамента, отсутствие какой-то некой концепции, потому что надо просто сказать, вот, ребята, давайте сделаем какую-то такую массовую зону отдыха, где будет там в радиусе там 100 метров размещаться там, условно говоря, 5 или там 10 кафешек, чтобы люди пришли и могли всегда найти место свободное. Движуха, чтобы все время образовывалось. Да, нужна движуха. Нужна, вот Василий же сам говорил во вторник в своем эфире, что Кирову нужна новая афиша, новая повестка, больше фестивальных каких-то вещей, новых историй, и заниматься этим совершенно некому. Я не думаю, в каком-то новом формате. Я думаю, что молодежь что-то пытается делать, открывают какие-то там свои небольшие кафешки, но это все выглядит, ну так скажем, очень по-провинциальному, все вот эти новые интересные эти кафешки, там, ну, типа кафе «Восход», но туда никто даже его не знает, не ходит, хотя там одно из лучших кофе варят в городе Кирове. Mm-hmm. Нужны именно какие-то такие локации мощные, чтобы там было действительно какое-то движение. Ну, сразу изначально заявлено, что на этой территории будет находиться большое количество каких-то там развлекательных заведений, чтобы была какая-то определенная энергетика, и чтобы молодежь воспринимала это как
как некую такую локацию для ну, некого коворкинга, когда они могли бы встретиться, там, пообщаться, там, еще что-то, обменяться знаниями. У меня такой вопрос. Вот ты тоже работодатель, да, и я хочу тебя вот о чем спросить. Мы уже начали говорить про просветительские лекции, про движение, которое задали Василию Шульгину в отношении вот, урбанистики, изменений города. А как ты считаешь, есть ли возможность перезагрузить мозги чиновников и исполнителей, привыкших работать в старом формате, вот благодаря всем этим действиям? Или невозможно изменить мышление людей, которые привыкли работать в этом формате, и превратить их в современно мыслящих, прогрессивных и активных людей? Ну, это сделать очень тяжело, и тут опять же упирается... В два момента. Это, во-первых, роль личности, если на самом деле глава там, администрации города или там, глава нашего региона будет постоянно ну, этот вопрос как-то прорабатывать, давить сверху на чиновников, то, возможно, какие-то подвижки, либо это должны быть какие-то некие системные изменения, что там в правительство придут новая молодежь, там, условно говоря, новые те же советники, которые дадут какой-то новый энергетический посыл или там свой свежий взгляд на изменения там, территории или там, решение каких-то, так скажем, городских проблем. Да, прервем сейчас на короткую рекламу. Напоминаю, это особое мнение Константина Кропунева. У нас еще тут решение Госдумы в преддверии отпусков, аккредитации визовых центров. У нас тут еще, кстати говоря, митинги о пенсионной реформе. У нас тут НДС и пошлины на интернет-продукт. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает Константин Кропунев, исполнительный директор компании «АЖ Финанс». Так, на прошлой неделе все абсолютно и федеральные, и региональные СМИ облетело сообщение о том, что в Госдуму внесен законопроект об аккредитации визовых центров. Тут же посыпались комментарии экспертов, и эксперты заявили, что те параметры, которые заложены в аккредитацию, не выдержат ни один визовый центр на территории Российской Федерации. Ну и бог бы, кажется, с ним, ну, не знаю, получали бы где визы? В посольствах? Ну, в консульстве. Угу. Но, опять же, тут был действительно такой мощнейший шквал критики, что буквально через два дня... депутаты от «Единой России», они этот законопроект... Они внесли, и, соответственно, они там буквально через два дня они этот законопроект отозвали на определенную доработку. Давай мы посмотрим, если бы этот законопроект прошел в том виде, в котором его предложили единороссы. Что говорили эксперты, к чему бы это привело? Ну, это привело бы к тому, что все эти визовые центры, которые работают в крупных городах, и, в принципе, есть какие-то представительства визовых центров, в том числе как бы и в городе Кирове, они бы прекратили существовать, и, соответственно, чтобы нам получить визу для выездки, допустим, куда угодно. Это было бы ну, реально большая проблема, потому что за последние там, так либо иначе 15-20 лет люди стали гораздо чаще ездить за границу, и просто с тем турпотоком, который сейчас на данный момент существует, ну, люди ездят и по бизнесу, и там на экскурсии, там не обязательно там лежать на море, как бы, вот, просто вот, консульство бы они реально бы не смогли справиться. Но опять же, если быть все же до конца честным, то я думаю, что с визовыми центрами-то действительно нужно какой-то такой некий наводить порядок, эту систему менять. Существует определенная проблема, что по большому счету стать представителем визового центра может любой. То есть это они продают официально франшизу, то есть можно купить франшизу и открыть, допустим, на территории города Кирова такие визовые центры есть. А опять же, мы же когда идем в визовый центр, мы приносим туда персональные данные, там, паспорта свои, там, еще что-то, возможно, какие-то биометрические данные, либо еще что-то. И как это все будет контролироваться, и как используется эта информация, ну, по большому счету, никто не знает, и все зависит от уровня компетенции, квалификации и честности вот этих сотрудников, этих визовых центров. Тут, возможно, эту проблему можно было бы решить, привлечь, допустим, этот же там, этих организаций МФЦ, которые, в принципе... Открывать визовые центры при МФЦ. Да, то есть это, допустим, было бы правильнее. То есть, ну, все равно же мы уже живем там, слушай, в 21 веке, и получается так, чтобы в Кирове оформить визу в какую-то европейскую страну, надо сдать биометрические данные, а это мы сделать на территории Кирова не можем. Даже если мы можем, то время от времени приезжают сюда специалисты, это стоит дороже, чем самостоятельно уехать в эту же Казань, либо в Нижний, и там сдать эти биометрические данные. Ну, то
Это, мне кажется, некий нонсенс. Там, тем более, все это оборудование для приема биометрических данных есть же вот на базе там, этих же МФЦ там, и других госорганизаций. Да. Ну, они отозвали, да, единороссы? Да, они отозвали, но пока сказали, что на доработку, потому что ну, проблема определенно действительно существует, и как-то надо этот вопрос немножко регулировать. Хорошо. Следующий вопрос, который мы успеваем обсудить, это, конечно же, митинги против пенсионной реформы. На прошлой неделе это были профсоюзы. И, кстати, обвинили в том, что они имитируют протест, работая таким вот буфером между правительством и гражданами. Ну, потому что не было профсоюза, бац, откуда-то разделись. И вот теперь коммунисты и даже либертарианцы вышли на митинги. У нас, Кира, я про последних вообще ничего не слышно. Только в крупных городах, в центральных они есть. Но коммунисты резко выступают против. В Кирове не в выходные, а в четверг провели митинг перед дачным отъездом, массовым таким выездом. Он не был очень там, большим каким-то, а вот мы смотрим, что творилось там в Москве, в Екатеринбурге и так далее. Народу было очень много. У меня такой вопрос. Добавит ли это баллов кандидатов от коммунистов на ближайших выборах? По всей стране, естественно, в сентябре единый день голосования, и происходят выборы, довыборы, перевыборы. У нас, например, тоже будет довыборы и в Гордуму, и в ОЗС. Как считаешь? Ну, с точки зрения политики, скорее всего, да, действительно, вот эти все эти протестные настроения, они добавят баллов тем фракциям или тем партиям, которые заняли какую-то активную позицию. Потому что, вот, смотря на эти же профсоюзы, ну, просто на самом деле больно. То есть, по большому счету, это их задача отстаивать интересы трудящихся, тем более они же, получается, получают от трудящихся взносы регулярные там, на свою деятельность, как бы, используют имущество, которое, так скажем, накоплено, находится в собственности там, профсоюзных организаций, а их участие в пенсионной реформе, оно минимально. Согласен, что наступил определенный вот, кризис этой пенсионной реформы, но так либо иначе, на сегодняшний день получается, что вся вот наша пенсионная система это как бы некая такая, как финансовая пирамида. Условно говоря, выплаты пенсионерам обеспечиваются за счет вновь как бы прибывших, так скажем, на трудовую службу граждан. Никакой, так скажем, накопительной системы у нас нет. И вот была попытка за последние там, 10 лет создать некий, так скажем, аналог накопительной системы. Это вот придумали страховую часть пенсии, накопительную часть пенсии. Потом заморозили эту накопительную часть пенсии. Потом придумали какие-то пенсионные баллы, которые каким-то образом начисляются. И потом каким-то образом пересчитываются. Никто ничего не понимает. Ну, там вообще мало кто в этом что понимает. И самое главное, что вся инфраструктура, которая была выстроена вокруг сохранения денег даже в накопительной пенсионной системе, она показала свою несостоятельность. То есть там Они не смогли найти правильные финансовые инструменты, которые заставляли бы деньги пенсионного фонда работать. На пенсионеров. То есть, ну, получается, что они начали эти деньги использовать в своих интересах. То есть это об этом как-то не принято громко говорить, но, условно говоря, крупнейшие пенсионные фонды, там негосударственные пенсионные фонды, они на данный момент испытывают действительно очень серьезные проблемы. То есть у них там есть потери, которые там составляют там, десятки миллиардов рублей, и, похоже, какие-то потери придется даже возмещать, опять же, за счет бюджета, за счет федерального бюджета. За счет нас же. Систему надо менять, безусловно, надо менять, но то, что хотят сделать сейчас, оно тоже ни к чему не приведет. Но, во-первых, надо понимать, что если даже мы сделаем пенсионный возраст, там, условно говоря, до 65 лет, а кем будет большинство, как бы, где будет это большинство трудиться, достигнув там возраста, там, условно, свыше там, 55-60 лет. То есть, и опять же, надо вспомнить, что мы живем в 21 веке, это век автоматизации, роботизации, и так либо иначе количество рабочих мест, оно будет, по всей видимости, как бы сокращаться, ну, вот таких простых рабочих мест, то есть, там, водителей, там, охранников, там, рабочих на каких-то неквалифицированных рабочих на предприятиях, то есть, это будет так либо иначе заменяться, то есть, и где просто мы сможем, как бы, это работать, совершенно непонятно. Вот это ты считаешь все-таки самый главный изъян вот этого предложения правительства? В чем? Ну да, то есть получается, что главный изъян это все же, во-первых, такой резкий переход. То есть это можно было вот этот переход растянуть в течение нескольких лет. И второе, это нужно создавать какую-то именно накопительную
систему. Вот так или иначе, я пока не собираюсь работать до 65 лет, но я, так скажем, так как работаю в сфере финансов и инвестиций, то есть я об этой проблеме как бы думаю, и, соответственно, у меня тоже есть какой-то накопительный инвестиционный счет. Когда я самостоятельно инвестирую, когда я контролирую свои инвестиции, я все же надеюсь, что там, когда мне просто надоест работать, я просто не буду работать. Подожди, вот ты мне скажи, пожалуйста, вот эти же все негосударственные фонды, они для того и создавались, что ты можешь перевести свои средства в негосударственный фонд, и они будут по позволенным схемам инвестировать твои средства в разные там фонды, ПИФы, облигации и прочее, что будет приносить тебе стабильно более высокий заработок, чем если бы ты остался на прежнем проценте. А теперь, ты говоришь, прошли там ведь уже даже не несколько лет, а десятилетия, и эти фонды показывают крайне отрицательную динамику, большие потери. О чем это говорит? То есть первые годы разгонялись неплохо. Либо там работают непрофессионалы, которые не способны работать на финансовых же рынках, в отличие от шведов, например, да, которые прекрасно инвестируют пенсионные средства и зарабатывают пенсионный фонд сам на пенсионеров. Либо заранее была продумана схема, когда все это схлопнется. Я не думаю, что это было продумано заранее, но тут есть некая системная такая проблема, что когда создавались все эти негосударственные пенсионные фонды, и когда крупные бизнесмены вкладывали свои деньги в эти негосударственные пенсионные фонды, там, они думали, что вот за этой системой будущее. Они думали, что и будет постоянный приток новых пенсионеров, и вот эту накопительную часть пенсии государство будет с каждым годом перечислять. Соответственно, капитал бы этих фондов как бы рос, их бы инвестиции росли, и они бы окупили свои первоначальные вложения, как бы. Фонды. То есть. А так получилось, что накопительную часть пенсии заморозили несколько лет назад. Соответственно, этим, условно говоря, инвесторам, там, не знаю, там, акционерам, надо было каким-то образом отбивать деньги. И они стали изымать свои средства? Ну, они не то, что стали изымать свои средства, они направили, так скажем, большую часть этих средств на какие-то свои дружественные проекты, не всегда, так скажем, эффективно, то есть в какое-то, ну, в свое строительство, там, ну, строительство, условно говоря, в аффилированной компании, стали вкладывать в недвижимость, а сейчас, так скажем, ситуация с недвижимостью, как бы, не находится далеко не в лучшем, так скажем, не лучшее время для недвижимости, и поэтому, да, действительно, многие фонды, ну, то есть многие компании, в которые как бы они инвестировали, они просто, ну, получается, почти прогорели, как бы. Угу. Ну, это опять же какая-то полная несогласованность действий. Правительство сначала декларирует одно, дает там одни какие-то авансы, люди начинают вкладываться, потом правительство передумало, другую программу включило, и эти люди, естественно, пытаются вернуть затраченные ими деньги. А в итоге страдаем мы, страдаем массы. Нас называют массой, и масса страдает и терпит. Получается, видите, этот бизнес довольно-таки все же молодой, то есть ему там, скажем, чуть больше 10 лет, чтобы какая-то выстроилась нормальная, так скажем, хорошая, понятная, правильная там финансовая система, появились нормальные финансовые институты, должно пройти далеко не одно десятилетие. То есть мы к этому идем, но идем очень мелкими шагами, и опять же проблема в том, что постоянно меняются некие правила игры. Ну, такое ощущение, что все-таки, когда говорят, возьмите там западный опыт, все же уже просчитано, все же уже сделано. Но такое ощущение, вот по разным совершенно статьям я смотрю, по разным проектам, сторонам нашей жизни, все-таки на чужих ошибках не учатся. Всегда набивают шишки, да, сами. И придется нам пройти все эти годы так же. Может быть, чуть покороче будет путь, но все равно он будет длинный, да? Все, абсолютно согласен. И получается, что в первую очередь надо надеяться только на себя и на свои возможности, и о своей пенсии думать самостоятельно. Как минимально надеясь на помощь государства, потому что что там будет там через 20-25 лет, к сожалению, это... Грустно это, Константин. Мне кажется, что все-таки людей, которые способны сами сформировать себе эту подушку безопасности к пенсии, очень мало в стране. Ну, большинство работают на обычных работах, на обычной зарплате, отчисляют тут пенсии и еле-еле сводят. Хотя бы те же вот 6%, которые, наверное, перечислялись на накопительную часть пенсии, можно было по-другому это как бы делать, чтобы это действительно были какие-то подконтрольные средства, которым гражданин при каких-то при определенных условиях мог бы распоряжаться. И
сложно это как бы все говорить. Хорошо, мы сейчас завершаем. Как ты думаешь, все-таки вот первоначальное предложение правительства по пенсионной реформе претерпит изменения? Ну, я думаю, что немножко подвигают возраст. То есть, условно говоря, возраст. Ну, имеется в виду, оставят эти, опять же, 65-63 года, но просто сдвинут, так скажем, временной лаг, в течение которого начнут действовать эти правила. То есть у государства пока, я думаю, что другой проблемы нет, но, опять же, повторяю, что кардинально эта проблема не решит, абсолютно не решит, и мы даже сейчас, если все это примем, то есть мы с этой же проблемой столкнемся буквально там через 10 лет опять. Угу. Пока мы не сделаем нормальную накопительную систему, когда граждане не будут за себя ответственны, будут понимать, куда они перечисляют эти деньги, и будут контролировать эти деньги самостоятельно. Да, а пока терпите, люди, ну и просвещайтесь, да? Константин Кропанев, исполнительный директор компании «Рефинанс», был в гостях программы «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего дня и спасибо. До свидания.